нас много мероприятий должно быть продолжено, и также по наведению чистоты и порядка. Сегодня отдельно коллег послушаю. Для нас это очень важно. Начались работы по дорогам, по ремонту дорог. Большой цикл у нас, больше 40. Отдельно тоже доложите промежуточные результаты. Вот. Ну и самое главное, то, о чем я просил, уделять внимание тому, что заходя на любой дорожный проезд, на саму дорогу, в первую очередь, вы должны наладить коммуникацию с жителями, которые там рядом живут и пользоваться ей будут каждодневно. Вот это очень важно.